Сегодня у нас в гостях дольщик фонда жилищного строительства, недостроенного дома на улице Политехнической, Олеся Сударикова. Здравствуйте, Олеся. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, поподробнее вашу историю. История началась 6 лет назад. Сама стройка началась 10 лет назад. 6 лет назад я со своей мамой скопила энную сумму денег и решила купить однокомнатную квартиру в городе Саратове, так как mm -hmm. мы не отсюда. Мы искали, подбирали много вариантов, как бы было такая ситуация, что мы уже собирались купить готовое жилье вот примерно по, по тому же адресу, но все-таки решили все-таки новостройка, хотелось немного получше. Почти 900 тысяч мы отдали за однокомнатную квартиру вот в этом строящемся объекте. Нам обещали, что через два года, ребята, вы получите свое жилье. Мы начали копить деньги на ремонт. Жилья мы так и не дождались. Через полгода после сделки, она была у нас 1 февраля 2011 года, нам пришло извещение о том, что ФЖС банкрот. И вступила в силу стадии наблюдения mm -hmm. при банкротстве. После чего долгие мытарства по судам, собрания. В общем, ни к чему результативному это не привело. Нас загнали в мировое соглашение подписав это мировое соглашение, хотя я голосовала против. С этим фондом, да? Да, с этим фондом uh -huh. мы ему дали возможность. То есть я отказалась фактически от своих требований финансовых. То есть финансово он мне не должен возместить, он не должен построить жилье. Uh -huh. А мировое оно бессрочно. То есть вот когда я вам построю, тогда и построю. Длится это уже 6 лет. Большинством голосов это мировое было взято. Мы вот сейчас все активно вступаем в реестр обманутых дольщиков по России, так как мы надеемся на поддержку Владимира Владимировича Путина. От 1 октября будет рассмотрено предложение о создании компенсационного фонда для обманутых дольщиков России. Поэтому сейчас мы стараемся как можно больше, чтобы по нам отчитались до 1 октября, вступить, чтобы была отчетность по нам. Нас сейчас гонят в ЖСК. Тихонов это владелец ФЖС совместно с Минстроем. Минстрой, между прочим, выступал гарантом, когда мы подписывали мировое, что, ребята, все будет в порядке, мы гарантируем, что мы поможем, mm -hmm. мы все вам построим. Ну вот сейчас я хочу предложить Минстрою, чтобы они вот сложились и достроили. Потому что 6 лет жить в съемном жилье, сейчас такой кризис в стране, это ни для кого не секрет. У меня больше нет денег, чтобы снимать жилье, чтобы, простите, оплачивать питание. У меня длинную долю дохода снимает жилье коммуналка. И вы устроили голодовку сегодня? Мы да? устроили голодовку, объявили ее еще вчера. Угу. Думаем, какие-то результаты это принесет. Потому что, ну, знаете, как войну, не шагу назад, потому что мы стоим насмерть. Вот сколько у меня организм позволит там продержаться, столько я и буду там сидеть на воде. Вам как-то противодействовали уже? противодействовали. Ну, я не считаю противодействием, да, там действия Тёпина, министра строительства. Первый день, когда мы только заселились, 30 августа, ночью он приехал с своей коалицией с Минстроя, пытался уговорить нас покинуть стройку в добровольном порядке, на что мы отказались. Затем через пару дней пришли сотрудники полиции с уведомлением о том, что предупреждаем вас, вот тут экстремизм, статья, организация экстремистской группировки, ну, то есть что, чуть ли не ОПГ, так скажем, mm -hmm. а, на что мы отказались подписывать, потому что мы не считаем свои действия неправомерными, мы не призываем к экстремистским каким-то действиям, мы отстаиваем то, что у нас отняли. И простите, вот что мне построили, туда я и заселилась. Я что, 6 лет просто так жду? У меня вот сейчас нет возможности снимать жилье. Значит, я пойду жить туда, где у меня должна быть квартира. Моя блок-секция до сих пор не выстроена. Вы принесли с собой видео. Давайте посмотрим mm -hmm. одно из них. Сейчас нам его включит. Вы можете прокомментировать, что, что это за видео, что на нем происходит. Да, yeah, конечно. Это собрание в Минстрое. На сцене у нас Савин Сергей, Асия, дольщики. Савин у нас действует по доверенности, дольщик у него мама. А вот спиной к нам сейчас крупным планом будет показано, это Тихонов сидит, сам владелец ВЖС, mm -hmm. вот, пожалуйста, крупным планом. А, дело было так, что мы пришли, нам не включили кондиционера, 30 с лишним градусов жары, все, извините, дольщики спустя 10 лет тоже, кто-то в пенсионный возраст вступил, как бы очень тяжело было mm -hmm. находиться, дети были. А, у нас было очень много человек, наверное, порядка 200 примерно, вот, все с объекта не было ни паспортного контроля, ничего. То есть нас фактически по рукам заставили голосовать, давайте кто за, а кто против. Когда мы проголосовали, то есть против, основная масса Тихонов откровенным хамством начал нас выдавливать буквально из зала заседания, на что говорил, кто против, валите отсюда. Ну, естественно, два с половиной часа в жаре бабушки, там, дедушки, естественно, удалились. Там мы уже начали потихоньку выходить. И тут наблюдаем такую картину. А, вскакивает на сцену Савинов. А, давайте, ребята, проголосуем еще раз, кто за, когда, извините, львиная доля людей, кто против. А, удалился. Это... Савин это человек, действующий по доверенности долевого строительства. У него мама дольщика в нашем объекте. Mm -hmm. Изначально был членом инициативной группы. Который действительно вел за собой э, и прям вот, ну, действительно, двигался в интересах дольщиков, mm -hmm. не супротив. А сейчас, спустя какое-то время, простите, на собрании, не надо быть юристом, чтобы видеть, да, когда Тихонов подходит. Сереж, ну что там, какие, где я тебе документы-то давал? Простите, вы что, в одной лодке? Мы, по-моему, по разные стороны баррикад. Mm -hmm. Савин вышел на сцену с призывом, что давайте еще раз за или против проголосуем. Львиная доля: те, кто против, удалился, теперь еще раз решили проголосовать, причем по рукам опять без паспортного контроля. Естественно, опять мы там подняли против, подняли за. После этого раздали бюллетени только тем, кто за ЖСК. Угу. Да, они их подписали, нам их не раздали и э, сказали, что ЖСК будет создана. Мы, мы уже готовим устав и так далее, и так далее. После этого э, мы, естественно, начали какие-то активные действия в сторону этой стройки предпринимать. Мы начали осматривать объект, консультироваться со строителями, э, с подрядчиками, какие цены, кто сколько возьмет за достройку и так далее. Песной от нас отказался, потому что, простите, у нас все квартиры проданы. Со слов Тихонова, там тысячи квадратных метров осталось. Но кто за эту тысячу достоит три подъезда с нуля, плюс те два подъезда, которые стоят, требуют демонтажа, там белый кирпич, как бы это все рушится там под крышей, ничего не возведено, дом не законсервирован. Окна, за которые мы заплатили деньги, побитая половина украдены. Там, извините, лазят бомжи, без контроля находятся дети, я тоже как бы сама это видела, мы по мере возможности вот проживания нашей настройки, мы их гоняем оттуда, но дети современные, как бы их ничем не удивишь и особо не напугаешь. Ну, поэтому сейчас э, еще такие лозунги в нашу сторону, что раз вы оккупировали стройку, ребят, конкретно Савин в соцсети нам пишет, значит следите, чтобы там дети на стройке не разбились. То есть мы не владельцы mm -hmm. стройки, а мы следите, раз мы там то Тихонов, на то есть mm -hmm. да, на нас э, возлагают ответственность, что следить, чтобы там дети не разбились. Простите, кто у нас застройщик Тихонов, владеть пока фирмой он, вот пусть он и обеспечит э, безопасность людей на этой стройке. Угу. У нас есть еще одно видео. Давайте его тоже посмотрим сейчас. Так, а что на этом видео происходит? На этом видео у нас заседание нашей настройки. То есть здесь наши дольщики. Активная дискуссия ведется за, против. Но кто, те, кто здесь, то есть вот указаны, это наши сотрудники полиции, ППС, как mm -hmm. бы это сопровождение Минстроя и Савина. Они приехали в одном кортеже, то есть как бы в одной лодке ребята плывут. Mm -hmm. А мы просто позвали телевидение, как бы, чтобы осветить нашу проблему, потому что на нас никто не обращает внимания. Минстрой затыкает уши, либо говорит, ребята, через две недели будет ответ, мы вам предоставим два куска земли, мы найдем застройщика, мы найдем инвестора и так далее. То есть пустые обещания. А, то есть в итоге вообще ничего не Мы звонили не вчера в Минстрой, прошло полторы недели с момента обещания. Угу. Они ничего не сделали. Поэтому мы объявили голодовку. Плюс ко всему, вчера мы узнали, что у нас Тихонов, оказывается, собирается второй раз попытаться обанкротиться, что тормознет дело еще на два года. Угу. И мы, извините, попадаем в нехорошую более ситуацию, чем есть даже сейчас. У вас призыв к Владимиру Путину, а почему именно к Владимиру Путину? Он а потому что у меня дострой. больше нет ни на кого надежды, понимаете? Региональная власть, то, что мы, допустим, к Путину обращались уже в его приемную, mm -hmm. те письма, которые мы привозим, флешки, да, там записи обращения, это спускается все на наш региональный уровень. Mm -hmm. А здесь это душат. Никуда это не проходит, никаких действий не делается. Прокуратуру состава преступления у Тихонова не видит. В интернете в открытом доступе более 20 фирм на имя Тихонова и Кратковой Светланы, это его помощник по ФЖС. Сначала он там директор, она зам, и наоборот, и вот так 20 раз. Уставной капитал от 9 миллионов до 40 с лишним. Где наши деньги, спрашивается? Ну, я думаю, тут ответ очевиден. А у нас состава преступлений никто не видит. Мы хотим не просто достроить дом, мы хотим компенсацию хотя бы моральную. Пусть он Ответит за свой, за свой поступок. У нас в июле умер дольщик. Я как бы член инициативной группы. Мне вчера звонит э, Балашова Валентина Ахмедовна. Это мама Дмитрия Блашова, это наш дольщик, который, к сожалению, скончался в июле месяце. Мама mm -hmm. звонит в Великом Горе, она в слезах. Она говорит: ребята, я даже не знала, что происходит. Я, как бы, вот тут юристу документы отнесла. Я буду вступать в правонаследование и так далее. Я буду вас поддерживать. Да, да, конечно, я вот с вами и так далее. То есть мы осветили для нее ситуацию. Точно так же хочу еще подметить, что дольщики не оповещаются должным образом. У нас 200 с лишним человек, мы просто у нас есть список номеров этих людей, и мы активно обзваниваем, рассказываем ситуацию, спрашиваем за или против, делаем да, для себя пометки. У нас львиная доля просто не оповещены, то есть им не пришли письма, они даже не знают, что есть банкротство и мировое, и что опять собираются банкротиться, то есть люди просто не в курсе ситуации, они ситуацией не владеют. И сейчас, извините, вчера мы вот обзвонили дольщиков, практически 170, по-моему, человек, из них 140 с лишним против ЖСК, против, 9 человек за ЖСК, остальные не определились еще со своим мнением. И нам постоянно говорят, что мы тут вот двое-трое сели на стройки, нам вот делать нечего. Мы сидим и просто страдаем ерундой, привлекаем к себе внимание. А львиная доля якобы за создание ЖСК, это бред, из 200 с лишним людей, максимум у 30 есть этот миллион на достройку. 30 миллионов, это только подвод одной какой-то коммуникации, либо установка лифтов. Она, а Тихонов говорит, что вот когда он, кстати, ночью к нам приходил, что вам надо? Я же сказала, 4000 рублей с метра. Будет вам дом. У нас красная линия через секции две проходит, она их задевает. У нас нет разрешения на строительство mm -hmm. в связи с этим. У нас не оформлена земля. Ну, в общем, у нас полный боекомплект. Ничего не сделано. И за 10 лет Тихонов ничего не сделал. Либо ему просто не помогли это сделать. Хотя инициативная группа с ним ходила по всем инстанциям, выбивала ему разрешения и так далее, и так далее. Минстрой выступал тут гарантом, что я вот вам гарантирую, все будет сделано. А можете еще раз напомнить, а почему вы против ЖСК? Против ЖСК, во-первых, у меня нет денег на достройку. Во-вторых, в ЖСК Тихонов продвигает как бы свою правую руку. Это Савин, потому что человеку явно что-то посулили. Резко так мнение не может поменяться, когда, извините, у тебя однушка 30-метровая в утесе, в котором ну, все квартиры проданы, инвесторы все от нас отказываются. Mm -hmm. И тут через два дня выясняется, что он готовит устав, что он взаимодействует с Тихоном, что он за Короткову, Светлану, которая тоже торговала квартирами от ФЖС. Человек просто заинтересован. Точно так же переманил на свою сторону еще пару людей из инициативной группы. Мы откровенно уверены, что этим людям что-то пообещали, потому что здравомыслящий человек, он не пойдет на этот шаг. ЖСК требует вот просто колоссальных вложений. 4000 квадратного метра это один подъезд, и то не до конца. Mm -hmm. А оформление земли, дренаж и так далее, так далее, это просто миллионы. Это не один десяток, миллионов. Mm -hmm. А у нас ни разрешения, ничего нет. И они пытаются убедить людей, что нужно у Тихонов забирать там лифты. Вот у нас в, в группе в Одноклассниках обманутые дольщики утеса. Савин пишет, вы вот страдаете фигней, агитируете людей против ЖСК, а другие вот создают ЖСК, это проспект строителей Линка, хотя это неправда, они не создали ЖСК. то есть, ну, демотивация против нас людей ведется вот активно Савиновым. Как вы думаете, со стороны Тихонова это, можно сказать, разгильдяйство или мошенничество? Мошенничество. Прямое, да. Это прямое мошенничество. Ну, извините, он говорит, я банкрот. Он открыто в Минстрое говорит, я банкрот. Да, я вас обманул. Ну и что? Ну, я банкрот. Ну, все, ребята. на это? Да тоже. никак. Вы говорили о том, что хотите еще компенса... компенсации. Я не хочу денежной компенсации. Мне нужна моя квартира, потому что у меня пожилая мама, и я хочу, чтобы мама у меня была под моим mm -hmm. крылом в этом городе, чтобы я могла за ней ухаживать. А у меня мама, простите, живет в селе... В котором скорая не приезжает, зимой скорая не приехала к нашему соседу. Он умер от сердечного приступа, потому что скорая не может проехать. Этот поселок стоит в степи. Там все продувается свободными ветрами. Там федеральная трасса, которая часто перекрывается из-за заносов. Я переживаю своих родителей. Я хочу, чтобы они жили рядом. Они тоже вкладывали деньги. Я кредитовалась. Почему этот человек возомнил себя Господом Богом и распоряжается нашими жизнями? Почему? Суды как-то вам помогли, вы обращались в суды. Да ничего нам не помогло. Вот почему я хочу к Путину обратиться, я хочу достучаться до Министерства строительства России, я не знаю, куда уже бить, в какие колокола, поэтому от безысходности пошли на голодовку. Я хочу, чтобы Путин обратил на нас внимание, потому что надежда только на него. Единственное, кому я в этой стране, наверное, верю, это он. Потому что ну, при нем действительно мы стали жить лучше. Поэтому я верю вот только этому человеку. Я верю, что с колен нас поднять может только он. А не при нем такие ситуации возникли? Возникли при нем. Но извините, если представить, как мы жили при Ельцине, когда моя семья булку хлеба на неделю растягивала, и как мы стали жить при Путине. страна с колен начала подниматься. Ребята, не сразу Москва строилась. Постепенно встанем. До конца у нас все доведется. Лишь бы у нас народ был единым. Ну, надеюсь, что и в вашей ситуации у вас тоже все дойдет до Мы хорошего конца надеемся. для вас. Спасибо большое, Олеся, что пришли к нам. У нас в студии была Олеся Сударикова, дольщик фонда жилищного строительства того самого недостроенного дома на улице Политехническая. А сейчас у нас новая рубрика Александра Глученко Непреклонская среда.